Всем привет и добро пожаловать на канал, с вами я, Джускиран, и у нас в очередной раз рубрика «Жена меня заставила». Сегодня это певец Дон с треком и клипом Мари. Я вообще не знаю, чего ждать, я знаю, что он, Хёна и еще один чувак были в другой группе, и последний клип, который я на них смотрел, ну, на который реагировал и видел, был забавный и немного упоротый. Давайте посмотрим, что здесь интересного. Я вижу уже кучу денег. Сейчас узнаем, в чем смысл. Он какой-нибудь бандос, который ограбил своих или просто ограбил? Так, ну его избили. Какой модненький этот, как его, лейкопластырь. Лирика, что ли, какая-то? Пока я не въезжаю. Ну да, судя по всему, блин, у него такое жалобное лицо в данный момент. Несчастное. И костюм ему явно большой подобрали. По размеру. Но это вроде как сейчас модно. Я в моде не шарю, я старый. И мне всегда было срать на моду. Ну, да, шмот у него очень странный. Такое ощущение, что костюм старшего брата на него одели. Вот эта шерсть с клочками шерсти лучше смотрится, как по мне. А еще я думаю, что в этом большом костюме не очень удобно танцевать. И он как минимум пару раз в нем упал, пока они снимали этот клип. Я так предполагаю. Надеюсь, конечно, нет. В этом нет ничего хорошего. Ну, рэпчик пошел. Как тусит-то, однако. Ну вы это. Не забывайте, что надо писать комментарии, там, обсуждать клип. Говорить, какой я плохой, какой я токсичный и прочее, прочее. Ну и главное, смысл самого клипа, песни можете мне объяснить. Расписать, я почитаю, мне будет интересно. Поехали. Я не пойму, это его замотали скотчем или просто оптигон одели какой-то, типа латексный. Латексный оптигон, я понял. Странное решение. Да, и на ногах такая же фигня. Надеюсь, это не цельный костюм. И да, чел вспотел жестко, я думаю. Ну, песенка, мне кажется, да, это все-таки лирика такая. Ну, приятненькая такая. Когда хочется, там, не знаю, сесть на подоконник, взять кружку чая. Окутаться пледом, пить кофе, там, не знаю, как какая-нибудь ванилька, еще и курить сигарету, смотреть в окно и реветь. А потом приходит мама, дает тебе пиздюлей, скидывает с окна, ты разбиваешь чашку и роняешь сигарету. И она тебе херачит за это еще сильнее. Не, ну ничего сненько так, ну ничего особенного. Обычный клип, просто обычный приятный клип. Так сказать, нет того, чтобы меня зацепило. Ну, посмотреть можно, послушать разочек можно. Как бы, если бы я, наверное, слушал как бы именно такую музыку, я бы слушал чаще. А так, ну, как бы, как человек, который не увлекается, и могу сказать, что... Просто хорошо, приятно. Все. Надеюсь, вам понравилось. Была интересная реакция. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Мне
очень приятно, что вы их смотрите. Надеюсь, вы будете и в следующих видео. Я уж точно буду, не сомневайтесь. Ну, в общем-то, все. Надеюсь, увидимся в следующем видео. С вами был я, Джискиран. До скорых встреч!